Целью исследования была оценка влияния добавки овсяных отрубей на время до истощения запаса гликогена и цитокина у крыс, подвергнутых тренировкам. Животные были разделены на три группы. Малоподвижная группа, группа упражнений, которая получала контрольный корм, и группа упражнений, которая получала корм с добавлением овсяных отрубей. Тренированные группы были подвергнуты 8-недельному протоколу обучения плавания. На последнем сеансе тренировки животные выполняли упражнения до истощения, например, не способные продолжать упражнения. Время до истощения у группы, которая получала овсяные отруби, было на 20% больше. Для гликогена печени группа, получавшая отруби, имела на 67% более высокую концентрацию по сравнению с контрольной группой. В камбаловидной мышце группа, которая получала отруби, показала на 59,4% более высокую концентрацию гликогена по сравнению с контрольной группой. Группа, получавшая овсяные отруби, показала более низкие уровни интерлейкина 6, интерлейкина 10 и кортикостерона по сравнению с контрольной группой. Был сделан вывод, что пища, богатая овсяными отрубями, увеличивает концентрацию гликогена в мышцах и печени. Более высокое хранение гликогена может улучшить выносливость во время тренировок и соревнований, а более низкая воспалительная реакция после тренировки может ускорить восстановление.